Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я снова записываю влог. Хочу вам показать свой небольшой огородик, который у нас с мамой, скажем так, но на самом деле у нас здесь может быть климат такой, может быть из-за того, что у нас 15 минут до Финского залива от нашего дома, но и у нас, и у наших соседей на самом деле мало что растет, часто очень погибает, вымокает, гибнет, я не знаю. Ну, в общем, в прошлом году мама у меня сажала огурцы, и они у нее, вот эти маленькая рассада, знаете, появилась, как-то она назвала это, болезнь такая, когда гниль появляется вот у самого основания между корнем и самим стебельком. Поэтому в этом году она сказала, что она не будет уже сажать ни огурцы, ничего такое, и нам пока некуда поставить парник, чтобы можно было как-то более-менее развернуться, потому что в Питере вполне может быть такое, что там, не знаю, сегодня плюс 20, а ночью 0 градусов. И, конечно, из-за этого много что погибает. В основном мы с мамой, конечно, сажаем цветочки, плюс мы живем в доме где-то 3 года, наверное, где-то третье, вот четвертое лето, и въехали мы сюда, здесь вообще все было засыпано, не знаю, песком, и, в общем, мы потихонечку занимаемся, как моя сестра говорит, ландшафтным дизайном. Вот, так что вот так вот у нас. И в этом году, кстати, тоже. Мама у меня посеяла там и петрушку, вот она сажала. Я вам ее покажу, какая она сейчас стала. И редиску, салаты там всякие высаживала. В общем, куча всего. И все это на самом деле погибло. Я не знаю почему, но вот мама даже когда уезжала, она говорила, ой, Наташа, все-все беда. И вот я вчера посеяла редиску, салат опять, укроп, но не знаю, взойдет, не взойдет. Я вообще такой, на самом деле, огородник еще тот. Я в детстве, когда была маленькая, конечно, занималась огородом, меня заставляли, скажем так, но мне давали в основном, знаете, такое пропалывать клубнику там, ну, в общем, такие большие кусты. И поэтому вот эти маленькие, которые только-только всходят, знаете, вот эти, я их почему-то всегда не могу отличить от сорняков. И очень часто мама посеет что-нибудь, я выпалю. Я, знаете, как говорят, хотела как лучше, получилось как всегда. Я стараюсь маме помочь, чтобы мама, потому что мама бывает давление скачет, и особенно со сменой нашей погоды, и мне хочется ей помочь, и в итоге, короче, мама на меня долго ругается. Так что покажу вам сейчас свой огородик. Так вот он выглядит, как видите, он такой у нас молодой-молодой, вот эти молодые яблоньки, недавно буквально посаженные. Ну как недавно, они уже там вроде даже яблочки в этом году дадут. Вот, и здесь у меня клубника, это старая клубника, вот это старая клубника еще моей мамы. Ну, в общем, она просто пересажена была мною. И вот эта новая, она у меня где-то второй год только, видите, некоторые не перезимовали, вроде стали отходить кустики, вот. Но ягод еще нету, точнее, они есть, ну, такие зелененькие, в общем, пока. Она еще цветет у нас вовсю. И вот там вот тоже клубника, ну, такая, как она, ремонтантная, по-моему, называется. А вот здесь вот у меня земляника. Это моя мама выращивала из семечек, то есть не кустиками покупали, а семечек. Получилась вот такая вот целая огромная грядка. А вот эта грядка, это вообще, короче, там мама посадила лук-батун, так вроде бы он называется, еще что-то посеяла. Я, короче, все, что посеяла, все у нее не взошло. Я посеяла там снова, надо будет вечером поливать. И вот здесь вот у меня растут, точнее, у мамы моей растут кабачки. Вот, вроде ничего. И вокруг лучок. Ну, такой на перо мы сажаем. А здесь у меня многолетний лук. Такой вот. Я, кстати, очень люблю вкус вот этого многолетнего лука. У меня муж его не любит. Здесь сельдерей. Еще какой-то вроде бы лук. Не знаю, кто-то маме дал вроде бы. Там обычный лук и петрушка.
Петрушка, кстати, тоже, как вы видите, она у нас такая дохленькая-дохленькая совсем. Мама ее из семян сажала, и что-то она вроде была ничего. А еще у нас тут растет голубика. Вот такая вот большая это была голубика, и мама в этом году посадила еще вот эту маленькую. Вот. Я уже говорила, что мама у меня уехала, но она тут что-то сеяла, и я на самом деле боюсь пропалывать. Вот, не знаю, что у нее тут еще растет. Вот, ну, в общем, поливаю. Там около колодца у нас мамины. Мама очень любит флоксы, у нее там разные. Ну, это компост. Вот такая елочка тоже у нас красивая растет. Такая очень. Очень нравится. Песина моя помогает мне все время. Видите, траву собирает. Здесь вот у мамы растет вишенка. Вишня, да. Вот. Но она такая не очень вкусная на самом деле. Но, не знаю, на компот, на заготовки, в принципе, пойдет. И вот там, конечно же, мои маки. Сейчас я вам покажу. Здесь у меня такая клумба. Тут мамины любимые георгины. В общем, всякие разные цветочки насажены. Тут куча тоже всего. И вот мои маки. Я уже выкладывала фотографии в Инстаграм, когда они только-только зацвели. Вот. Я там писала, что я... В общем, нашли на участке маленький кусточек. Не знаю, мама его когда-то сажала. Он был вообще такой малюсенький-малюсенький. И я решила, не знаю, почему-то решила его выходить. И вот теперь он у меня такой огромнейший, просто огромнейший куст. И вот сколько он мне дал цветочков, еще не все зацвели. Ну, просто красиво, очень радует глаз. Вот, и здесь у нас тоже всякие, не знаю, как называются эти кустики. А вот здесь вот такая живет сосна. Как-то она называется, эта сосна. Я на самом деле, честно, не знаю, как она называется. Вот такая вот. И вот яблоньки у нас. Лёля? Мама на пёсе там тявкает. Вот эта яблоня, она такая низкорослая. Прикольная, но единственное, у нее такие яблоки большие, красивые, но они такие кислые, жесть. Их только на сушку мы как-то на компот, а так есть их просто невозможно. А вот это у нас белый налив. Кстати, вот этот домик для деток у меня тоже построил муж сам, своими руками. Ну, он вообще тут практически все сами. Мы только вот эту часть покупали, на которой детки лазят. И вот здесь вот у меня новая клумба. Муж недавно, в этом году, только сделал беседку. И здесь вот мамины пионы, очень красивые, кстати. Насажала еще, купила каких-то цветочков сюда. И роза. Это у меня какая-то парковая роза. Я обожаю розы. Здесь тоже еще все надо доделывать. А вот это плетистая роза. И тоже пиончики. Вот такая вот у нас тут вокруг беседки красота. А с другой стороны беседки мы, в общем, пересадили клематис. Какой-то у мамы был. И вот такие еще всякие цветочки тоже красоту навели. Здесь вдоль дома мама пионы. Красивые. И это мои розы. Это моя самая... Не знаю, я обожаю розы. Они вот такие белые сейчас. Это муж у меня плитку выкладывал. Вот эту вот, пилил ее тут. И, в общем, пыль всякая попала. Вот. И вот сейчас у меня должны зацвести вот эти, вот это у меня желтая роза, она у меня уже третий год, но каждую зиму она очень плохо зимует, и вот все время такая дохленькая. Вот. Но должна зацвести, желтая такая очень красивая, она, которая как-то сорт называется, который на срезку идет. Вот это я в этом году посадила розочки. А вот эти вот большие, это вообще... Роза, я не помню, как она называется, но когда зацветет, я вам покажу. Она такая розово-желтая, очень красивая вот эта вот. И вот эта вот обычная, стандартная, такая красная, вот тоже скоро должна зацвести. Тоже покажу. А еще у нас вот здесь вот около сарая малина мы вот в этом году посадили. Она вроде бы даже начала цвести, но пока, видите, такая вся не особо живая. Вот. У нас еще в другом месте небольшой кусочек малинки, но там
Ягодки обычно все съедают. Там снизу вроде пошли, но все равно. И я уже говорила, что у меня уехала мама. И я, в общем, занималась огородом, пропалывала. Сейчас с мужем тоже тут, ну, муж плитку у меня делал, выкладывал. И мы, короче, кое-что пересадили там мамины, кое-какие цветы. Но, в принципе, она и говорила, что их нужно пересадить. Но все равно как-то без ее ведома, не знаю, в общем, приедет. Наверное, будет на меня ругаться, как всегда. Но на самом деле мне хочется, ну, как-то помочь маме. И, в принципе, огород – это не только ее, да, но это наш общий. И мне кажется, это нормально, когда я помогаю. В общем, я еще тот огородник. Надеюсь, что она не будет ругаться. Но, в общем, приедет, может быть, сегодня или завтра. И посмотрим, выплыла я что-нибудь или нет. Вот сейчас варю картошечку, буду делать картофельное пюре. Замариновала грудку. Вот как обычно я делаю все мясо горчицы и соевый соус. 2 часа и очень вкусно получается. Кстати, девочки рекомендовали на квасе мариновать. Я тоже сделала мясо, получилось действительно очень вкусным. Но кваса у меня больше нету, а что-то муж говорит, давай пожарим куриную грудку тоже на костре. И, в общем, замариновала. Но, кстати, на квасе получается тоже очень вкусно. И вот так вот мне тоже нравится. Сегодня я салатик делать не буду. Просто вот так порезала помидорчики, огурчики и редисочку. И посыпала все кунжутными семечками. Очень меня любит, когда есть кунжутные семечки. Ни масла, ни соли я сюда не добавляю. Просто вот так ставлю на стол. И у меня все кушают, и детки в том числе. А младшему я сварила гречку, так как он, как я уже говорила, пюрешку у меня не кушает. Кепича! Да. Уже вечер, у нас садится солнышко. Я уже буду с вами прощаться, буду редактировать и загружать этот влог. Я надеюсь, вам такое видео понравилось, вам было интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч!